Выберу уже себя полностью. Ну, надо на личико нажать, да? И вот здесь ну, надо да. выбирать дураков всяких. А, да. То есть тут, смотри, тут раз... А, тут пулеметчик, разные сцены. Да, да, ты же сейчас сидел и выбирал полчаса. Ты Крэша выбрал? Ну... Крэш это почти как Бэш. Только не Бэш. Ладно, не важно. Так. Ну, ещё самого такого оптимальненького выберу. Это сейчас какого-то негра возьмёт, по-любому негр будет. А негрчатки? О, негрчатки. Да нет. Все берут каждый раз негра, по-любому. Я сколько помню, не играл в неё. Да господи. Негр. Ну он отличный. Подожди, а теперь пистолетики. А с чем он? Подожди, у него же специализация какая-то там, да? Ну да, ты техник тоже, так же как я. Блин, нам медик, наверное, нужен какой-нибудь. Подожди, я специализирован на чем? На каких пушках? Блять. Ну... У тебя же там написано teach only. А, я не могу другие пушки выбрать, я могу только эти выбирать, да? Ну да, буду с пистолетиками. Бля. Тихо. И вот с этой штукой, наверное. А это что такое, аптечка? А, да. Мне, наверное, стоит аптечку взять, да? Ну, она только на одного, наверное. А, тогда не стоит. Хотя все равно пользоваться этой фигней. Мне кажется... Сейчас, подожди. Я уже нажал Ready. Я возьму, наверное, тёлку. Я нажал Ready. Да подожди ты со своим Ready. Возьму, наверное, хил за неё. Где у неё здесь хил? Где у тёлки хил? Да хватит. Листовучка. Я не знаю, где у тёлки хил, так что... Ладно, возьму вот хил. И возьму... Возьму заварку. Ты заварку не берёшь, я возьму заварку. Старт мишн. Ну это... О, чё, мы так быстро начали? О боже, мне уже страшно. Слушай, я 100 лет не играл в это. Так, я тоже. У меня есть такая штука. Коробка. Подожди, количество патронов ограничено? Да. Коробка. Коробка. Я пробую с рифлой побегать. Слышь, да она вообще, она тащит коробку в двух руках, потом так дерется одной рукой, может махать. Подожди, я уже куда-то пошел. Ты сука, сейчас бомбики на тебя нападут. Дождёшься выше. Ну вот здесь надо пройти. Ой, мили, я знаю, мили это. Чё, пошли? Да подожди, мили это, я буяню. Подожди, а здесь что-нибудь есть? А как фонарик? Я думал, это фонарик. Мы фонарику не взяли, там был. Но она бесполезная. Так, а я чё, заварку взял? А, ну ладно. Так. Он лок за панел. Тихо, я развариваю дверь. Я ее заварил! Нет, я могу взломать ее, отойди. Сейчас я ее разварю. Как мне ее взломать? Взламывай. Нажми, тебе там написано, как ее взломать. На Е, что ли? На что? Жмякни. Я уже взламываю, подожди. Ты огребаешь. А как она? Мне так не соединяется она. Дрянь. Я не забыл, что здесь так можно. Как? Ты прыгаешь? Да, я перекатываюсь. Короче, я сейчас соединю, как смогу. Пусть не наркоманит. Так, давай, сделай мне дверь. Дверь мне запили. Да что же ты, сука? Чё, неправильно? Да открой ты мне дверь. Блин, по два вход. Всё? О, да. Красавец, прям запили дверь. Так, как лучше пойти-то? А, нет. Подожди, а коробки можешь сломать? Пойди сломай коробки. Да, конечно. Буяню. Дерзёк. Подожди, на контрол прыгать? А, подожди, я могу что-то взять. Сейчас, как? Вот. А, интересно. Надо русскую версию будет установить, чуть попозже. На контрол, подожди. На правее перекат. А. А это вода. Не психуй. Тут здесь буянит. О боже. Они истерят, о боже. Фу, сколько дерьма прыгает. Тихо, пошли. Надо дверь заварить эту, закрыть. Подожди. Да. Я не могу дверь закрыть, Дим. Я тебе помогу. Я умею пилить дверь. Ай! Сука, по мне пулемет. А тут Friendly Fire включен, да? Да, я врубил, по-моему. Я чувствую, по мне что-то стреляет с тобой. Ты заварил дверь, все? Не знаю, наполовину все, пошли. Ну пойдем. Нам куда-то надо идти. Не надо взломать? Не надо. Это я могу. Так, вот нет, пошли направо пошли. Налево надо завари дверь налево. Прикрой, Денис.
Так, заварили дверь. Пошли, все, уходим. Сваливаем. Пастел. Надо экономить патроны. А у меня патроны кончились, как бы никак. Ну, может, нет, 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 не кончились. Они снизу, вон. Мели. Не, на бочке показано мели. Что за сраные подсказки, а? Они не хотят убить? Как открыть, подожди. На Е? Ну, надо ее. Можешь ее развалить, надо или взломать. А, сейчас. Я не могу взломать. Не, не взламывай, там монстры идут. Там монстры идут, пойдем. Я распилил, помогите. Ты распилил дверь? Да, бежим. Господи, а это запилили, бежим в ту сторону. О боже. Сейчас запилю тебя там. Я себе возьму пистолетики. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Запили-ка я дверь. Ай, ты ай! Пол хп уже нет. Тихо, 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 надо держаться. Тихо, пс. Ай! Все, спокойно. У меня хилка, если что, сейчас есть, я буду дохнуть прям. Я нас захилю. Прям дохнуть. Я ж медик, у меня ж коробка есть. Подожди, сзади нас тут идет, что ли? Похоже, так незаметно. Так, тихо, надо свалить карту. Завари эту дверь! Завари дверь! А почему ты умеешь двери заваривать, я не умею? Я взял заварку. А ты думаешь. А ты хилочку для себя даже не взял, да? Скотина. Некому. Я ее поменял уже на что? А, не, не менял. Так, ладно, нам вперед показывай. Мне надо взломать надо? Ай, чё? What the fuck? Стой ты! Правый маус им всем. Так. Ладно, ну, пойдем вверх, да. Пошли сюда, да. Так, у тебя сколько хп там? Не нормально. Знаю. А, да, вот сейчас здесь надо отбить их, давай. Ребятки. Надо их отбить. Блядь. Иди сюда, давай, я с тобой. Вот, рукопашный. Софилочка. Да. Давай прямо на нас отхили, сейчас. Эпка перезарю. А я пойду пока включу эту штуку. Бля. Ты с хилочкой ушел, ну и ладно. Я захилился один. Я захилился, фу. Блять, я. А, нет, у тебя нормально тоже. Правильно взламывай, да, да. А я не знаю. Блять, у меня патрон мало, а здесь куча их идет. Так, мужики. Мужики, я вас хилкой буду. Подожди, нужно, чтобы совпало три. What the fuck? Угадай патроны! Хилку! Патроны! What the fuck? Стреляют! Черт. Так. А че их так много-то? Ты чё-то нажал, и они как-то открылись в двери. Слушай, я такой иду, там гуляю, и такие мобы отовсюду лезут. Mission failed. Ну вот, mission failed, надеюсь, все довольны. Ну и чё, сколько опыта мы получили? Я просмотрел. А, тут еще качаться же можно, да? Да. Ну чё, рестарт, да? Ну да, давай еще разок. Может, не прошли, да? Да. А можно мне поменять героя? Ну да, сейчас мы там сменимся, по идее, наверное. Мне не нравятся мои пистолетики. Ну, надеюсь, можно сменить, потому что мне не нравится мой медик. Если я возьму заварку. Че-то медик как-то нам не сильно помог. Я думал, мы прям хилиться будем. А она так отхилила один раз и все. Вот, да. Все, пошло нахрен, телка. Я возьму сейчас настоящего нигера. Настоящего нигера? Как я, что ли? Нет, белого нигера. Видишь, он прям может стрелять, он сейчас будет всех так. И патроны возьму. Где есть патроны? Есть патроны у вас? Я видел патроны. Хандвиндер возьму. Так. А, ты тоже эту штуку взял, что ли, да? Подвет. Ну какой он. Не. Ну да, я как бы взял. А это что за аймов? Я патрончики раздавать могу? Да, это патрончики. Нет, это бессмысленно, это мне не поможет. Ясно. Ну я возьму на. Блин, а я не смогу взять патрончики. А нам нужно вот там, вот где сейчас будет вот это вот, где ты взламывал, да? Там нужна будет вот эта штучка по-любому, я понял. Какая? Вот как у меня, я ее взял специально. А, ну я не стал взять, потому что ты брал. Взял. Да, так, хилка бесполезная, так что я возьму, наверное, что взять-то вообще. Возьму мины, не знаю, полезны они, нет. Посмотрим. Сейчас прикинь, мины там всего две штучки. Да нет. Что ж так быстро стартует, я даже откусить ничего не успела. Опять коробка. Да. А, я это знаю. Подсказки второй раз мне пытаются наебать. Да блин, у меня пулемет как физичка. А как заваркой пользоваться?
А ну подходишь к чему-нибудь, ты нажимаешь один. Один? Ну нет, ну не к этой двери, она видишь, какая-то тупая. Идиотина. Дура. Давай, течнит. Сейчас я. Я умею этим пользоваться. У тебя коробочки на спине, а у меня кружочек. А теперь один, да? Ну да, можно заварить ее теперь. Вари, ну просто держи, да, вот все. А я не держу, она сама варится. Один раз нажал, просто я вот еще имею в виду, вот. А. Пошли. Ты ее заварил. Все? Да? Ты ее заварил полностью. Че? Так, вот здесь сейчас будет мясо. Вот он, справа, слева, слева. Смотри, вон он-то. Вон дерек тоже. Сейчас я заварю ее. О, да, это пулемет, детка. Ухо! Мы идем прямо или куда? Нам надо туда, да? Иди сюда. Шевелиться. Бля, я понял, здесь патроны, короче, не надо лучше перезаряжать. Я заварю дверь, пойдем. Я буду экономить патроны, потому что их чуть мало будет. Мне перезарядка просто. Так, ножки. Спокойно. Вот здесь сейчас будет. Место. Так, сейчас надо дверь заварить по фасту. А, она заварена? Нет, не заварена. Ее надо разварить туда. Правильно, вон он там ждет уже. Нати, нати, нати. Сырка, Пашки, дай с этого сырка. Так прикольно, сырка, Пашки, идет. Пошли. Это опасные ребята. Настолько опасные. О, тебя замесили, там неплохо, смотри. Надо мне первым идти, похоже. Что же это такое-то? Ты смог, ты, вот так, короче. Я тебя прикрываю, ты заваришь дверь. Красавец. Бля, у тебя так мало хп. А я хилку не взял, я взял заварку. Сука, ну я хилку не взял. Как бы отхилились. Вот. Нихуя не видно в темноте здесь. Я она вообще ничего не вижу. Тебя там никто не бьет. Так, нам сюда? Нет, ты... Ну, взял... Вот, отварил дверь. Ты ее отварил, что ли? Да, отвариваю. Да, нет, там не сюда. Но тут что-то есть, Е. Че, это потрошки? А, я вот эту установку взял, которая пулять будет потом. А, да, это полезно. Но у меня она тоже есть. Тебе не сдохнуть? Да. Так, нам сюда? Да, сюда. Вот, аккуратненько. Тебе. Вот, уже когда входит, заварись. Так, да, я заварю. Женя, я тебя прикрою здесь. Это небезопасно. У меня 25 потрошек, а их здесь много. Я знаю, что надо сделать. Все, раз я бесполезен, надо только пахнуть, во-первых. Во-вторых, подожди, а по сути вот здесь уже все, конец миссии, да? Да, нам надо здесь вот отбиться, потом еще там пройти чуть. Куда мне поставить свою штуку? Так, тихо-тихо, стой, вот сюда ставь, а ты туда. Вот да, так да. Вот, да? Да-да, вот так как. Вот так? Ну да, да, вот так. Вот. Так, ее можно вроде шевелить на Е, да. Обзор его. Так, а вот эту дверь нам надо туда пройти или нет? Рано еще. Надо взломать ее вот эту штучку. Слушай, а там какие-то единички и нули, что мне с ним делать? Да как же надо, как ты... Ну, ты как-то взломаешь такие штучки. Я такие еще не взламывал. Блин, ну потыкай что-нибудь. Тогда прикрывай меня, чё? Чё, я уже прикрываю, у меня патронов нету, зато есть эти штучки. Они вон, смотри, как стреляют. Мне так нравится. Мне так нравится, да, нет? Само все стреляет. Стоишь и смотришь. Блин, я запал уже 3 единички. О боже, у них патроны кончаемые. О боже мой. Так, а у тебя патроны не такие. Я не знаю, как взламывать эту херню. Там единички и нули, это непонятно. Ты можешь взломать? Подойди. Только ты чёрный, сука. Блять. Урод. Снимай ее. Так, все, это, короче, есть бонусная миссия. Сваливаем отсюда. Погнали. Я взломал дверь. Я поставил вам пушку туда. Я не могу закрыть ее. Хорошо. Вот вам мина сюда, суки. Давай быстрей. Дари ее полностью. Они идут, о боже. Мы прошли? Я не знаю. Мы, наверное, прошли, нет? Мы прошли, там надо отстрелять их и все, короче.
А там пушку он разбирает. Нет, там он желтенький квадратик на том, чтобы надо, ну там, короче, взломать эту штуку. А я. Блять, я что-то не могу взломать эту штуку. Он ломится ко мне. Урод! Короче, давай я разварю, а ты убей его. Ой, их там много. Патрон ноль. Я не могу стрелять. У тебя патрон нет вообще? А я тебе могу пушку скинуть? Не знаю. Г. Это я скину, а ты на Г где? А, вон тут. А, вот это течонли, пушка. Черт. Дерьмо. Блин, они ломают дверь. Я вообще буду ниндзей. Я развариваю. Давай, я буду за костыля. Давай. Давай, иди сюда, рукопашка. Пойдем, разберемся с ними. Тихо. Стой, стой. Блять, она уже ломает там что-то. Ну-ка, иди сюда. Нельзя. А, вот как их там много. Мины, все, иди сюда, ко мне, там, блядь, ко мне, мины. Да где, дикость просто. Тихо, мины, вези мины, спокойно. Мины, всем мины. А ты можешь меня воскресить? Блядь, рестарт мишен, суки. Ты... Короче, если ты сдох, то все, миссия провальная. А, ну потому что техник единственный сдох. Нам еще опыта сейчас начислить, по идее. Да, да, вон, неплохо. Блин, я не знаю, как этим пользоваться. Там какие-то единички, нули едут. По идее, слышь? Я подумал, что надо 3 единички скрестить. Я на линии сделал 3 единички, но что-то нифига не это самое. Смотри, мы сейчас еще пройдем, у нас, по идее, новые пушки какие-нибудь откроются. Ну, это, конечно, круто, но единички-то не получилось, кстати. Ну, я сейчас возьму техники, попробую я. Ладно, а я возьму вот этого крутого мужика. Ну, возьми крутого мужика. Ладно. Нет, я возьму нигер. Ладно, возьми нигер, так патроны береги. R вообще лучше не нажимать, короче. А R это что? А, я никогда её не нажимаю. Я случайно нажал, короче, у меня патроны кончились все. Вот этот чокает тост. Твой, меняй, течется. Чеч, Олли. Я возьму нигера. Так, это для чего? Так, поменяй нигера. Нет, ты не хочешь нигером быть. Ладно, я возьму туда крэша. Крэш возьму. Перекрэш. Я просто теперь не буду заменять пушку. На вот этот пулемет. Будет все нормально. Правильно. Вот я все... Слушай, а у тебя патронов хватало в предыдущей игре? Да, мне хватало. Сука, а мне нихуя не хватало. Так, мне кажется, по-любому надо брать вот эту пушку, даже течет. Потому что надо. Так, у тебя заварка там. Угу. Заварка стоит. Ну я возьму опять мины. Я не знаю, они нужны опять. Старт. Лучше аптечку возьми. Ее выкинуть можно вроде. Да, аптечка, она. Ну ладно. Ну а только на меня смысла, что я его. Может, ты меня резнуть сможешь? А, может, я тебе смогу отдать аптечку. Вот здесь прикол. Вот это факт. Ой, два желтых. Мы наверх никогда не ходили. Да, наверх там, смотри по карте. Там некуда идти. Ниндзя будет самое крутое. Куча. Так. Коробочки. Ну давай, кто здесь, хакер, давай. Умею пока что этим задеваться. Я с этой фигней научился бороться, а вот с той нет. Я буду тут сейчас взламывать тут. Если мы где дойдем, два техника. Как ты умел это все. Так. Здесь ничего нигде не валяется, нам бы все пригодилось на самом деле. Ой, блять, они уже идут. О май год. Ай, эй. Да ебаный в рот. Ебучка, сука. Это там одного мобика бьет, а меня два раза куснули уже. В жопу. Заварю двери, значит. Которые... Блин, мне так нравится все заваривать. Че там нашел? Я что-то нашел, но меня здесь пытаются отпилить. Да, я слышу. Ну, тебя там сейчас тоже найдут. Найдут что-то. Как этим пользуются? Логов. Окей, очень интересно. Ну и что где-то там? А, я все пойду к тебе. Давай быстрее, тут можно пойти. Да, погнали прям так.
Я все очень умело завариваю. Подожди, там что-то лежит. Что это такое? Это заварка. Нет, тебе она не нужна. Отвариваешь дверку, да? Ну погнали. Пойдем. Так, там сейчас чувачки пойдут. Ловко, мой. Сейчас я им покажу рукопашку. Ай, блядь, иди нахуй, суки. Покажи ему руку. Ты же что, умрешь им сейчас, дебильный? Они перезаряжаются, не дают. Я себя отхилил. Все, хилки больше нет. А еще говорю, мне не нужна хилка, говорит. Погнали, заваривай дверь. Да, все, я, короче, завариваю дверь. Ты, суки, нахуй. Мне не получилось заварить, меня сбили. Ладно, погнали, бежи вас. Куда бежать? Аж темнота. Не перезаряй. Так, нам сюда. Надо творить дверь здесь. А, сейчас. Я тебя прикрою, постараюсь. Так, ладно. Так, здесь что-то слишком много. Да ты не попадайся под ним. Это рукопашка. Ничего. Рукопашка, она прям один. Ой, пойду попробую замок. Да, иди взламывай замок. А, вот. Надо сначала еще поставить эту штучку, а тут один не отобьешься. Так, нет, эту дверь, я думаю, не надо говорить. Да, надо, оттуда тоже идет очень много. А тут тоже идет справа? А. Да? Да. Ты не зря оставил эту штуку. Там дохуя их идет. Я сейчас нажму хак, и они полезут. А я взламывать умею. Ладно, я поставил. Ты умеешь взламывать эту штуку? Ну нет. Но надо как-то взламывать. Окей. Окей, да. Ну, понеслась. Че, давай. Как-нибудь. Жвякай. О май гад. О май гад. О май гад. Да хуя! Ну там пушка была. Ну пушка, да, молодец, но их все равно много. У тебя получается? Они двери ломают. Что-то не понял, получается. Да стой ты, блять, подождите. Вот, 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 да, да, ага. Нет, нет, ну, блять. А, я понял, как она действует. Я там пытался все единички поставить, ничего не понял. Так, стой, ты, блять. Они уже почти сломали дверь. Так трудно, нахуй. И патроны кончаются у пушки, давай быстрей. Я, по идее, взломал. Взломал! Взломал, блядь! Давай быстрей. Идет. Я выкинул пушку свою на Г, о господи! Yes! Я взломал, блядь! Как ты взломал? Нажал там кучу всего и всего. Что за пушка валяется? Это я выкинул, ничего. Ух, погнали все. Ты же мне расскажи, как взломал. Я поставил все единички. Ну я тоже ставил все единички. Надо прям, чтобы они в одну штучку были посетили. О, да. Yes. Это левел 2. Да. О, там прям у нас говорят нам, что мы крутые. Это левел 3? О, да. Окей. Ооо. Да. Шоти, шоти, это четко. Так, континью. Ты готов? Continue. Да, если шоти, сейчас возьму. Все. 5, 4, 3. Пусть. Все. Да. Вообще так четко прошли, на самом деле. Так, на вторую миссию. Это новая мир, миссия, да? Да, по идее, новая миссия. Continue. Просто как батьки прошли. С третьего раза как батьки. Ну ладно, бывает. Эту миссию я не знаю даже, и не знаю, что здесь брать надо. Ну, попытаюсь взять себе какую-нибудь пушку. Что, ты тоже дробовик, да, взял? Урод. Так. Ну ладно, медика я тоже понял, что. Медицинский пакет. Интересно, он полезный или? Что за? Что это было? Воу-воу-воу-воу-воу. Дробовик! Воу, дробовик жесткий. Он прям в толпу, знаешь, так. Да ты ниндзя. Используй ниндзю. Сегодня ниндзя. Красава. Сегодня ниндзя.
Да, пойдем. Аккуратненько. Надо все смотреть, потому что. Ладно, сегодня здесь не прокатит, мне кажется. О, можно по трубу стрелять? Ааа, блядь! Со спины! Не-не-не. Никто это стрельнул под пол хп, мне кажется. Нет, я тебе даже не попал. Для фаер тебе скажешь, что все испортили. Ай-яй-яй-яй. Да куда я стреляю? Ты че там? Иди сюда. Ты куда там? Ты че? Это ниндзя, давай. Замарк. Перезаряд. Так, я завалил, пойдем. Если не такое, у них лапы проходят. А-а-а! Сейчас и закон будет есть. Да ёбаный, перезаряд. Решили там отпиздили. Да. Ты перезаряд. Да что так? Не могу в этой темноте ничего сделать. Что это такое? Что это такое? Сейчас я покушаю. Хильс, хильс. Бля, у меня патроны опять кончились. Не, тихо, это... Да иди сюда, ниндзя! Ой, это было спланировано, пойдем. Это опасно... Эй, ты твою власть, что ты стреляешь на все? Че ты здесь прячешь? Ну-ка иди сюда, ниндзя! Быстрее, быстрее, иди сюда, завариваем! Чётко. Нечётко, ты сдохните! Ты застрял в дыре, когда я начал заваривать. Ты же прыгнул, ты же видел, как ниндзя. Ниндзя и застрял. О, это хилки, четко. Патрошки, патрошки мои любимые. Да мне оставь немножко. Патрошки. И хилку заюзай. Я себе возьму ее. А, да, возьму. Шаф, догадайся, что будет. Пойдем. Ну, пошли вот сюда. Я здесь пол... Ой, блядь. Ой, тихо, здесь надо что-то активировать. Тихо, надо. Мы же вниз будем ехать, да? А, и сейчас будут со всех сторон, вот здесь будут идти. Сверху будут падать со всех сторон. Шоти, Шоти, yeah. Спасай меня. Я справа защищаю, ты слева. Я попробую вверх еще и лево, да. О май гад. Мы, кстати, почти у цели. А чё за слоумо? Кто включил слоумо? Халк! Это моя страна! Чего мы укурились? Улыбка! Вау, твоя страна, твоя! Перезаряд! Так себе слоу моушен мне нельзя давать. Все, а как ты узаюзал вообще? Иди не нахуй. Перезаряд. Шо тебе тащит? Да, там сверху идет пиздец, сколько. А надо там тоже отбивать? Ну да, как бы желательно, нельзя попадать кучу просто. О боже. Пашка. Бля, надо стрелять по ним. Да иди ты в жопу. Че? Блин. Кажется, ты умираешь. Нормально. У меня есть такая штука. А мы приехали, что ли, Женя? Нет. Мы едем, наверное. Да. Движемся. Блин, у меня амо. О, нет. Нормально все. Я исправляю ситуацию. Вечно на шоте амо не хватает. Я тебе немножечко в спину напулял. Быстрее, быстрее. Да, быстрее, быстрее, я первым прошел. Ну я тыкался в стенку просто.